Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 6, урок 5. Реши примеры, записав их в тетрадь столбиком. 54 прибавить 2. 54 прибавляем 2. 2 мы записываем под цифрой 4, так как 4 – это единицы, и 2 – это единицы. Начинаем сложение с разряда единиц. 4 плюс 2 будет 6. 5 прибавить 0 десятков будет 5. Ответ 56. 54 отнять 2. Записываем 2 под 4, так как единицы под единицами. И начинаем вычитание с разряда единиц. 4 минус 2 равно 2. 5 минус 0 равно 5. Получается ответ 52. 63 минус 21. Единички записали под единичками, десятки под десятками. Начинаем вычитание с разряда единиц. 3 минус 1 – 2. 6 минус 2 – 4. Ответ 42. А теперь эти же числа, но выполним сложение. Также записываем 3 под 1, 1 под 3, 2 под 6, 63 плюс 21. Единица под единицами, десятки под десятками в столбик. 3 плюс 1 получится 4. Ответ записываем в столбце единиц. 6 прибавить 2 будет 8. Ответ записываем в столбце разряда десятков. Читаем ответ. 84. А теперь к числу 26 прибавим 13. А затем от числа 26 отнимем 13. 26 плюс 13. Запишем столбиком 26, 13. И начнем сложение с разряда единиц. 6 плюс 3 будет 9. 2 плюс 1 будет 3. Ответ 39. А теперь от 26 отнимем 13, записав числа столбиком. И начнем вычитание с разряда единиц. 6 минус 3 будет 3. 2 десятка минус 1 десяток будет 1 десяток. Ответ 13. 1 десяток – 3 единицы. 3 десятка – 9 единиц. 47 прибавить 32. 7 плюс 2 – 9. 4 плюс 3 – 7. Ответ 79. А теперь эти же числа, но отнимем. 7 минус 2 будет 5. 4 минус 3 будет 1. Ответ 15. 5 единиц – 1 десяток. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.